Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Роскошными в России теперь считаются автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. Закон, повышающий планку налога на роскошь с 3 до 10 миллионов, вступил в силу 26 марта. Важно подчеркнуть, норма распространяется на авто, приобретенные с 1 января 2022 года, то есть на машину дороже 3 миллионов рублей, купленную в период с 2014 года по конец 2021, повышенный транспортный налог все равно придется платить. По новым правилам налог увеличивается сразу в 3 раза. Трасса 101. В России в 2-2,5 раза вырос спрос на автомобильные шины. Это отмечают представители нескольких популярных онлайн-площадок, в том числе Авито. Причем увеличилась популярность не только летней резины, но и зимней. По мнению специалистов, это говорит о том, что многие автовладельцы уже задумались о следующем холодном сезоне. Дескать, купи сейчас, чтобы потом не переплачивать. Что касается стоимости покрышек, то она нестабильна. Некоторые интернет-магазины меняют ценники каждый день. В марте рост цен на отдельные модели шин составил почти треть. Трасса 101. Официальные дилеры уже столкнулись с недостатком комплектующих для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Особенно непростая ситуация сложилась с марками Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, Mazda и другими. Как сообщает издание «Автоньюз», официалы стали использовать неоригинальные или даже бэушные запчасти. Иного выхода нет. Около 90% поставщиков деталей из Европы приостановили отгрузки российским компаниям. Одновременно цены улетели. К примеру, обслуживание бюджетного кроссовера популярного иностранного бренда подорожало минимум в 2 раза. Трасса 101. В продолжении темы специалисты опасаются, что Россию в ближайшее время наводнят автозапчасти непонятного происхождения и непонятного качества, но более дешевые. Вернее, контрафактных комплектующих у нас и так было немало, просто проблема усугубится. Чиновники это понимают. В Минпромторге подготовили проект постановления, разрешающего так называемый параллельный импорт. Это значит, что запчасти и многие другие товары можно будет ввозить к нам через третьи страны без разрешения правообладателей. Ясность в вопросе должна появиться в конце весны, начале лета. Трасса 101. Компания Hyundai выпустила кроссовер Creta с приставкой Grand. Основное отличие новинки заключается в появлении 3-го ряда сидений. Всего мест 7. Машина будет продаваться в Южной Африке. Моторы бензиновые мощностью 115 либо 159 лошадиных сил. Трансмиссия механика либо автомат. В стандартное оснащение входят светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, круиз-контроль, отделка салона эко-кожей. Привод только передний. В России заводские цены на Крета начинаются сейчас от 1 миллиона 660 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101.